Привет! Хочу поделиться, как я сохраняю дом чистым каждый день, выделяя на это всего 20 минут. Первым делом я всегда проветриваю помещение. Далее убираю кухню. Вначале убираю стол после завтрака. Кстати, интересный лайфхак для сыра. У нас он обычно портится, поэтому мы придумали сохранять его вот таким образом. Убираем специальный пакетик, выкачиваем воздух, и он хранится как в новой упаковке. Гораздо-гораздо дольше. Ловите на заметку. Далее убираю весь мусор с кухни. И быстренько мою посуду. У меня обычно остается посуда с вечера, мне удобнее помыть ее утром. Правильно говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода и работает другой человек. Всегда мою по утрам газплиту, потому что после приготовления она постоянно пачкается. Кухня заняла у меня минут 8. Далее перехожу к гостиной. Ну, тут все просто. Управляю диванчик. И, в принципе, гостиная уже убрана. И навожу легкий порядок в моем кабинете. Минимум усилий, а уже какой вид. Это заняло минутки 3. Теперь осталось попылесосить. Это займет тоже несколько минут.
И так как я стираю вещи практически каждый день, складываю то, что высохло. И иду за свежей постирушкой. Кстати, очень рекомендую стирать кухонные полотенца, полотенца в ванной каждый день в целях гигиены, а постельное белье два раза в неделю. Конечно, если у вас машинка-автомат, это будет несложно. У кого полуавтомат или даже, может быть, кому-то приходится стирать руками, конечно, это будет гораздо сложнее. Но я думаю, что гигиена и здоровье, они того стоят. Вот и все. Уборка закончена. Она занимает примерно 20 минут. А какой чистый дом потом в итоге? Буду рада прочитать ваши комментарии и, возможно, даже советы по уборке дома. Делитесь.